20 апреля. Пляж после шторма. Хотя обещают по Крыму 20-21 опять шторм. Но пока море штиль. Вот наш пляж после шторма. И никто не убирает. Я был в Анапе, так там убирают совсем. Там каждый раз после шторма убирают трактор со специальным таким устройством. Ходит и собирает все это тело. Вот так убирают пляж, видите? Идет трактор и собирает эту ботву. У нас никому не дело до этого. Есть в аренде пляж, нет в аренде пляжа. Все равно.